Всем привет! Вы на канале «Смотри и делай». Сегодня мы будем делать цветы из салфеток и корзинку из трубочек газет. Вам нужно свернуть газету и разрезать ее на полосочки и намотать на деревянную палочку. Конец трубочки мы закрепляем клеем. Берем кружочек из картона диаметром 5 сантиметров и наклеиваем на него трубочки. Количество должно быть нечетное. Затем берем еще одну трубочку и начинаем плести корзинку. Продеваем трубочку то сверху, то снизу полосочек. Высоту корзинки вы можете регулировать сами. Когда вы закончили плести вертикальные трубочки, закрепляем на клей внутри корзинки. Лишнее отрезаем. Когда наша корзинка готова, красками окрашиваем ее в любой цвет. Заранее окрашенной трубочкой декорируем низ и верх корзинки. Украшаем бусинами. Из цветной бумаги скручиваем трубочку, как и газетную. Для цветов нам понадобится однотонная салфетка. Вкладываем ее в 4 раза и вырезаем круг. Делаем ножницами надрезы по всему кругу, не доходя до середины. В середине круга делаем прокол и вставляем туда стебель. Наносим в центр цветка клей и сжимаем бутон. Таким же образом делаем остальные цветы. Всем удачи и хороших поделок! Всем пока!